Искусство в фокусе, семья. Нам можно писать на адрес нашего отдела писем в Санкт-Петербурге. Индекс 191-187. Абонентский ящик номер 47. Друзья, я прерываю эту программу, чтобы сообщить вам текущее расписание наших передач. Радиостанция КНЛС «Новая жизнь» на русском языке. Вещающую из Индийского океана можно слушать два раза в день. С 18 до 19 часов по UTC на частоте 9570 кГц в диапазоне 31 метра. Из 19 до 20 часов по UTC на частоте 9810 кГц, также в диапазоне 31 метра. Повторяю время и частоты наших передач из Индийского океана. Слушайте нас на русском языке. С 18 до 19 часов по UTC на частоте 9570 кГц в диапазоне 31 метра. Из 19 до 20 часов по UTC на частоте 9810 кГц также в диапазоне 31 метра. Если вы хотите получить расписание наших передач, включающее время и частоты трансляций на китайском, арабском, английском и испанском языках, то пишите нам по любому из следующих двух адресов. Станция КНЛ, Anchor Point, Аляска, 99556 США или Россия, 191028. Санкт-Петербург, абонентский ящик номер 47. Повторяю адреса. Станция КНЛС, Anchor Point, Аляска, 99556 США или Россия, 191028. Санкт-Петербург, абонентский ящик номер 47. Время и частоты трансляции, а также прочую информацию вы можете узнать из нашей интернет-страницы по адресу www.